Подходит до меня старшина и грубым голосом говорит: Колесов, на вахту. Нет, не хочется. Как так? Так, энергии не хватает. Оригинально, ну-ну. Ну, а потом приходит ко мне вахтенный начальник и говорит: товарищ Колесов, неудобно, мы вас очень просим, пойдите, пожалуйста, на вахту. Я говорю: нет. Оригинально. Ну, а потом плывет ко мне сам командир. Товарищ Колесов, Федор Сергеевич, окажите, будьте любезны, пожалуйста, пойдите на вахту. Я говорю: нет. Что вы, товарищ командир, и не ходите, и не просите. Я ему говорю: я парень такой, хочу, стою на вахте, а хочу под знойным небом в Аргентины, где девушки, как на картине. Хоть бы письмишко от мужа. Возвращались моряки с фронта, не видели. Вернется. В штаб чуть ли не каждый день наведывалась. Все тоже. Нет сведений о муже. Алеша, а вдруг убили? Нет. Вихарева так скоро не убьешь. Ему сейчас помирать никак невозможно. А ты, Глаша, не тужи. Что толку в слезах-то? В такое время живем. Ну вот. А помирать придется, так... Их! А ну, ребята! Даешь флотскую! Вахтенный из Гавриила. Вами преступно нарушен закон морской службы. Вы самочинно покинули вахту на корабле. Увести на корабль. Корабли стены подпирают, чего их сторожить? Старики на кораблях и одни справятся! Пошли! Отставить! Правильно! Мы это разберем на судовом комитете. Прошу не вмешиваться в распоряжение командира корабля. А я прошу не учить председателя судового комитета. Исполняйте приказание. За мной. На корабль. Танцевали, веселились, а присели, прослезились. Пока. Наш дракон. Адмиральские повадки никак не обтешим. Мой Тимофей так бы не поступил. Да мы с твоим Тимофеем таких за борт швыряли. Шкура. А твои хороши. К Лешам полы бульвара подметают. Глаша, жизнь наша моряцкая. Сегодня гуляй, а завтра... Топай, ребята. Тимофей! Тимоша, родной, жив! Жив. Ну, а как Колька-то, Глаш? Большой вырос на тебя, похож. Тимоша! Здравствуй, браток! Говорил, Глафире не берет его пуля. Балтийской породы матрос, правильный. Ну, пошли. Что ж, Тимофей, год прошел, ни одного письмишка от тебя. Писал, Глаш. Еще в станице Дубовской начал. Сижу, понимаешь, царапаю.
Здравствуй, дескать, Глаша дорогая. А там как шуганул нас генерал Каледин из станицы, так еле письмишко подобрал. Вот и здравствуй, Глаша дорогая. Ну а потом? Ну а потом мы его так надраили, что он у нас по всему Дону на одной ноге скакал. Присесть-ка я не дал. Так что уж извини, понимаешь, так тебе это письмишко неоконченными привез. Вот оно. А ты все такой же, Тимофей? Орел? Да ну, будь орел. Вот бы тебя к нам на кораблик. Ну, а как на кораблик? Спрашиваешь. Председатель судового комитета. Ты? Да. Партийную линию держу крепко. Вот приходи, посмотрим. Ну что, я в тебя не сомневаюсь. А как? Правое плечо вперед. Арш! Прямо! Ну, Глаш, пудрись, готовь скорее самовар, будем чаи гонять. Пока. Огромный же ты у меня вырос. Это мы с тобой скоро вместе воевать ходить станем. Генерал врубать, а? Папка, ты генерала видал? Видал, один во какой. Брось, ну брось, что? Мы не маленькие. О, не маленькие. Не маленькие. Маленькие, а вот когда подрастете, генералов мы вам всех порубаем. Только живите, ребятки, да радуйтесь. Все царские хоромы вам отдадим. Да, прям придут и спросят. Ребят, хотите Зимний дворец? Пожалуйста. Не желаете? Желаете Аничков? Пожалуйста. Не хотите жить в царских? Новые построим. Светлое, просторное. Солнце вам прикомандируем. Но ушивые, ребятки, не подкачайте. Чтоб всю эту человеческую премудрость на зубок. Английский, будьте любезны. Химию, сколько угодно. И будет, стало быть, мой Колька ученый, не то что отец. Эх, хорошо. Ну что ж, кем же будет-то? Наш Колька инженером, что ли? Доктором? Нет, Колька наш будет моряком, командующим эскадрой. А знаешь, какой у нас будет флот-то? А ну-ка, сунься, да никто не посмеет. Иди в любое море, океан. Корабли идут, флаги вьются, аэропланы гудят. А что это там на мостике? Кто это? А, Колька наш стоит, важный, красивый. И по-всячески со всеми разговаривает. Ах, хорошо. Балуешь, сказки рассказываешь. Конечно, сказки. Сказки? За эти сказки, Глаш, сколько людей в Сибирь-то пошло. За эти сказки сколько матросских голов-то пробито. Ха-ха, сказки. Папка, возьми меня на корабль. Ишь ты, с салажонком. Взять его, что ли, на корабль с салажонком? Ну вот еще, а? Думал, не отдам. Не отдаст. Балтийская порода. Балтийская. Соску не берет, в море просит. Ага. Товарищ Вихарев, время военсовет требует. Опять уходишь? Ничего не поделаешь. В такое время живем. Я скоро вернусь. Ну, Колька, собирай рюхи, готовь сундучок, готовься. А я за тобой, брат, броненосец пришлю. Сидишь, Василий Кузьмич, бумагу мораешь, по ночам людей тревожишь. Да, жен тебе за это спасибо-то не скажут. Ну, здорово. Вот тут стул. Строго. С дивизиона тральщиков три офицера сбежали в Финляндию. На сторожевике машинное отделение выведено из строя. В штабе двух шпионов забрали. А мы в судовых комитетах митингуем. Моряки у нас разболтались. Каждый матрос сам себе командир. В порядке. Кончать. Комиссаром дивизиона эсминцев. Назначайся.
командира Ростовцева, знаешь? Юрия Сергеевича? С 12-го года вместе на Рюрике плавали. Он тогда еще лейтенантом был. Значит, ты его хорошо знаешь. Еще бы. А в 15-м-то году, когда я засыпался с ребятами в политике, ведь он нас допрашивал. Потом рапорт писал. Потом взял и порвал. Заметь? Благодаря ему я и жить-то остался. Но всю жизнь помню. Хороший человек. Ну так вот тебе для памяти. Болтовню на кораблях кончать. Дисциплина большевицкая. Морскую границу замок. Есть. Разрешите. Иди. Перед женой извинись. Да уж придется. Ну вот я и дома. Здравствуй, Гавриил. Перинку может подкинуть. Перинку, говорю, может подкинуть. Значит, на вахте, как на сеновале. А ты откуда такой адмирал вылез? Виноват. Тимофей Иванович. Не узнал. Хорош. А командир где? Не знаю. А судовой комитет? Не знаю. Заседает, наверное? Хороший судовой комитет. А? Хороший судовой комитет. Хороший? Ну да, я и говорю, хороший. Одни портки просиживают, другие на вахтах дрыхнут. Красота! Тимофей Иванович, такой термидор получается. Стою, глаза закрыты, а все вижу. Вот корма, вот полубак, вот Тимофей Иванович стоит. Сердитый, все вижу. А вот винтовки своей не вижу. Вот винтовки действительно, да. Не вижу. На. Тимофей Иванович, ведь у меня вся семья такая нечеловеческая. Ну вот что, вахту эту, значит, до утра отстоишь? Весь отстоишь. Вот. А там прямо на 3 суток на губу. А. За всю свою нечеловеческую семью сразу это спишься. Красота! И откуда такого черта принесло? Ну, давайте голоснем это дело. Кто за? Так, против? Ваше слово. Вчера судовой комитет отменил мое распоряжение. На корабль принимаются люди без моего ведома. Это не моряки. Я требую этих людей с корабля списать. Вот список. Требуете? Не понравились. Видать, носом не вышли. Мнение судового комитета. Ясно. В таких условиях командовать кораблем отказываюсь. По императорскому флоту соскучились? Это что, запугиваешь, а? Стоп. Товарищи, нашему командиру нет охоты командовать советским кораблем. Ну что ж, я так думаю. Проживет как-нибудь советская власть без нашего командира. Судовой комитет здесь заседает? Здесь. Шестой чайник лечь прямо запарился. Министры? Государственная дума, значит? Может быть. Черт их знает. Чайники отставить. Вот спасибо, спасибо. Хотя еще один чайничек приготовь. Товарищ. Зато последний, ей-богу. Сыпь, сыпь. Не выйдет. Некоторым драконам ихние коварные замыслы. Правильно. Заводы рабочим, так. Корабли матросам. Верно. Довольно. 300 лет терпели. Вот именно 300 лет терпели. Каждый матрос сам себе командир. Точно. Вот. Балабол. Иди ты. Картина будет такая. Хочешь на море глядеть, гляди в наш перископ. А не хочешь? Играй с корабля долой. Правильно, точно, правильно. Аминь. Вы губите флот, демократы. Что?
дворянское семя. Жезлов! Извинись перед товарищем командиром. Да я его... Отставить! Именем Реввоенсовета Балтийского флота приказываю встать! По поручению Реввоенсовета объявляю. Судовой комитет эсминца Гавриил распущен. Командиром дивизиона эсминцев назначен военный моряк, командир Гавриила Юрий Сергеевич Ростовцев. Комиссаром я. Извинись. Жезлов. Извиняюсь. Все равно отказываюсь. Товарищ командир. Отказываюсь. Эх вы, политики! Кричать на командира глупость! Как это глупость? Саботаж! В гнезде осином сидим! Ножки кладем! А я говорю, кричать на командира глупость! Знать надо! Кому руку пожать, а кого из нагана расстрелять? Эх ты! Нюх собачий должен быть у коммуниста! А в голове свой перископ! Вот она штука-то какая! Командир забыл? Так вот, кто старое помянет, тому глаз вон. Ну, а кто старое забудет, тому оба вон. Чайку заказывали? Ну, не возражаю. Допивайте этот восьмой чайник, мусор за собой убирайте и по местам. Заседание закончено. Да иди ты! Моряк. Полгода на корабле проболтался, а на груди, гляди-ка, целый иконостас Божьей Матери. Ах ты сверхсрочная крыса! Петр Сергеевич добровольцем на флот пришел, а ты от революции втихую отсиживаешься. А вы еще, может быть, и крестик на груди до сих пор донашиваете, а? Откройтесь. Вот ей-богу, мы никому не скажем. Вот они, мои кресты. Мне перед революцией за мою грудь не стыдно. А это вот за пятый год печать от кандалов. Эх ты, молодой. Барахло свое забери. Подними. Подними. Ну? А ну, руки прочь от революционного моряка. Не родился еще командир над Федором Сергеевичем Колесовым. Видал штучку? А ты нового комиссара видал? Не. А что? В штаб на Петропавловск. Есть в штаб на Петропавловск. Товарищ командир. Рапорт везете об отказе? Да. Юрий Сергеевич, революция доверила тебе 4 эсминца. 600 моряков вручает тебе свою судьбу. На дружбу, на бой, на смерть. Думай. Не продавали вы моряков раньше, не покинете нас и теперь. В штаб на Петропавловск. Есть в штаб на Петропавловск.
Так что же вы хотите? Сильный флот. Дальше. Порядок. Дальше. Не митинговать, а побеждать. Дальше. Все. Все? Да, все. Так и мы этого хотим. Кто это мы? Мы, большевики. Ну, решайте. В штаб или на Гавриил? Скажите, товарищ комиссар, Россию, русский народ, родину вы защищать собираетесь? Собираемся. Что? Собираемся, говорю. Как стоишь? Не на угольной барже, на боевом корабле служишь. Здрасте, товарищи моряки! Здрасте! Товарищи, я так полагаю, что Балтийский флот должен стать хозяином Финского залива. Ну а как поступить нам с теми, кто мешает нам в этом? А? Товарищ командир, читайте. За дезорганизацию корабельной службы, недисциплинированность, незнание присвоенных специальностей списать с корабля Гаврилова Алексея Петровича. Братцы, за что ж? Ведь все равно, что за борт. Лобачева Николая Семеновича. Товарищ комиссар, исправлюсь. Гребешкова Алексея Федоровича. Слесаренко Алексея Тихоновича. Колесов Федор Сергеевич. Тимофей Иванович, так у меня же вся семья такая нечеловеческая. Все? Нет, не все, товарищ командир. Жезлов Алексей Петрович. Списать? Алексея Жезлова списать? Я ж зим не брал. Я из Гельсингфорса корабли во льдах вел. Я прошу оставить Жезлова. Он лучший наводчик в дивизионе. Есть оставить? Говорил я тебе. Знать надо, кому руку пожать, кого из нагана расстрелять. Так-то, товарищ Жезлов. Разойдись! Петроград осажден с суши и с моря. Питерские рабочие грудью защищают город. Балтийцы, от вас зависит все. До последнего драться надо, балтийцы. Так вот, товарищи балтийцы, Антанта радио нам прислала. Кронштадт, за нами идет эскадра с десантом. Приготовьтесь к сдаче! Приготовьтесь к сдаче, а?
Через сутки 38 вымпелов появятся на Кронштадтском рейде. И подписано все это. Друзья России, что скажете, а? Здесь что за кризисы? Ну как, товарищи моряки, будет от нас ответ Антанте, а? Ответьте мы, чтоб не заставались! Пиши, комиссар! Напиши им такое письмо, чтоб дождь не стало! Не видать им наших морей, как своих ушей! Пиши! Так что прочитали мы ваше письмо, и дошло оно нам до самой последней печинки. И думаем мы одну думку. Чи вы гороху много покушали? Чи вас матка в детстве макитрой вшибла? Тьфу ты, чертяки! А что касается сдаться? А что касается сдаться, сдадимся. Но только тогда, когда наш Безенчук двойню родит. Ну вот. Пиши, пиши, комиссара! С почтением від усього серця розписуємось Красного Балтійського флоту моряки. О, давай. О, це гарно. Передай ноту. Погоди, я добавлю. Моряки Красного Балтийского флота заявляю, что никогда никаким интервентам и гадам не владеть нами. Ни один вершок нашей земли, ни один глоток нашей Балтийской воды не дадим никому. И пусть узнает всякая нечисть наш пролетарский кулак. За власть Советов! За революцию! За коммунизм! Правильно! Ну что ж, товарищи, значит, встречать друзей России будем в море! Салют снарядом, торпедой, миной! Разойтись по кораблям! Опять пришел. Долго ты меня терзать будешь? Извини, Тимофей Иванович, интересуюсь обратно на эсминец. О, полгода пристает. Обезобразил сначала, теперь обратно на корабль просится. О, прямо, видать, паренек. Рисованием очень много занимается. На груди-то целая картинная галерея. Художник Айвазовский. Ну что ж, как комиссар? Тимофей Иванович, вот ей-богу, честное слово, больше не буду, а? Ну ладно, а пусть из себя когда-нибудь моряк выйдет. Беру временно на испытание, под личную ответственность. Иди. Стоп! Юбки укороти, запутаешься. Маленько широковатый. Исправить штаны. Есть исправить. Иди. Товарищи, в поход собрались. Ну, далеко не уйдут. Закройте дверь. Вы дали знать нашим друзьям? Час тому назад. Прекрасно. Эсминец Гавриил. Ремонтом руководил я. Котлы выйдут из строя. Братишки узнают об этом уже в бою. Будет поздно, не правда ли? Преклоняюсь, Ростислав Генрихович. Но я вам тоже имею сообщить приятную новость. Утром был на фортах. Ну? Все в полном порядке. Красная горка ждет сигнала. А серая лошадь? Впрочем, на форт Серая лошадь мы пойдем сами. Стало быть, близится. Не торопитесь. Выдержка. Помните, мы спасаем Россию.
Хорошо, идем! Хорошим ходом, говорю, идем, Юрий Сергеевич. Да, ход хорош. Передать назад, исправить строй. Есть исправить строй. Непонятный вы для меня человек, Тимофей Иванович. Вот вы сейчас отсчитываете мили, спешите встретиться с кораблями противника. А имеете ли вы понятие о том, что это самый сильный флот в мире? Что его никто никогда не побеждал? Так ведь и большевиков-то ведь тоже пока что никто не побеждал. А у нас их на корабле полным-полно. Стало быть, силы у нас равны. Но когда равный сражается против равного, дело в искусстве командира. А мы вам верим. Справа по носу дым! Боевая тревога! Боевая тревога! Курс на дым! Есть курс на дым! Полный ход! Есть полный ход! Передать по линии! Есть! Право руля! Есть право руля! Курс ЮДС! Есть курс ЮДС! Товарищ командир, справа по носу вешка! Подлодка! Торпеда! Сейчас она нас поцелует. Право на борт! Есть право на борт! Так держать! Есть! Открыть огонь! Вашему превосходительству с почтением, Федор Колесов! Ну, начинается. Огонь по миноносцу! Товарищ командир, в носовой кочегарке лопнула магистраль. Выключен один котел. Левая машина не работает. Противник окружает нас. Потери скорости хода корабля – это гибель. Попытайтесь исправить. Есть исправить. Юрий Сергеевич, принимайте бой. Машину знаю как свои пять. Исправлю. Жду. Есть. Какое расстояние до эсминца? 98 кабельтовых. Остается выждать. Есть. Чего же мы не стреляем? Эх, куда ж стрелять, коли не можем развернуться? Полный вперед! Машина работает! Огонь по головному миноносцу! Даешь! Прекратить огонь! Есть прекратить огонь! Фух. Бой продолжался 10 минут. Вот тебе и англичане. А, наши здорово дрались. Да. Да и командир не подкачал. Ну что вы. А комендоры-то какие молодцы. Да нет, ж не говорите, не говорите. Тимофей Иванович, поздравляю! Знаешь ли ты, с кем мы дрались? С лучшим флотом в мире, который никто никогда не побеждал. Ну? Что ну? Непонятный вы для меня человек, товарищ сержант. Кому радиограмма? Товарищ комиссару. Зачем что даешь здесь? Ох, извините, Тимофей Иванович. Вот чудак. Перепутал. Передать командиру. Есть. Жезлов. Есть, Жезлов.
Что? Ухожу на форт. Остаешься здесь за меня. Бери меня с собой. Помирать так вместе. Помирать? Это ни к чему. Это глупости. А вот за кораблики ты мне головой ответишь. Да. И к Ростовцеву, чтобы с сердцем и с мозгой. Понятно? Понятно. Ну, бывай здоров. Здравствуйте. Здравия желаем. Вот директивы для форта «Серая лошадь». У вас все подготовлено? Я выполнил ваше указание в точности. Все коммунисты арестованы. Красная горка восстала. Немедленно свяжитесь с ней. Слушаюсь. Да, вот еще что. К вам направлен десант с дивизиона эсминцев. Матросы? Господа, матросы с нами. Матросы. К сожалению, против. Не допускать их на форт. Завтра появятся наши друзья. Пошли. А как офицеры кораблей? Честь русского морского офицерства нам порукой. Поддержат. Ну-с, господа, советская власть кончилась. С Богом! Отдохнем, красота. Не стрелять, передать по цепи беречь патроны. Это в кого же стреляют? Кажется, в нас. Вот и отдохнули среди своих. Так. Стало быть, форт нам изменил, братва. Необходимо сообщить в штаб. Федоров? Я. Пойдешь? Есть. Иди. Тимофей Иванович, разреши мне. Я эти места как свой бушлат знаю. Знаешь? Во! Видал Федоров-то? Видал. Разреши, Тимофей Иванович, а? Иди. Но осторожно. Командиры и комиссары дивизиона эсминцев ко мне. Второй морской сводный отряд прибыл к зданию штаба. Действуйте. План наступления на форты готов? У нас разошлись мнения. Мы считаем, что взятие фортов невозможно. Даю еще 10 минут. Если... Вам пакет от товарища Ленина.
Товарищи командиры и комиссары, за мной! Следите за Ростовцем, за каждым его шагом. Вы отвечаете. Есть. Пока вы разговариваете, Красная Горка сотрет Кронштадт в порошок. Вот вам приказ. Приказываю. Форт Красная Горка взять обратно. Может быть, повести с фортом переговоры? Никаких переговоров. С изменниками. Петропавловску немедленно открыть огонь по форту. Исполняйте. Товарищ Вавилов, измена! Форт Серая Лошадь изменил. С какого корабля? С Гавриила. То есть нет, я... Пока что я при Тимофее Ивановиче. Товарищи Ростовцев и Кречетов, выходить в море немедленно. Второму морскому отряду совместно с частями Красной Армии овладеть фортом с суши. Операцию производите до 12 часов. Если в 12 часов форт не будет взят с суши, подойти к нему на короткие дистанции, открыть огонь. Молодец. Зачислить на Гавриил. Спасибо. Юрий Сергеевич, мы вас считаем человеком, преданным родине. Кто это мы? Русские офицеры. Дивизион не должен выйти в море. Что? Завтра иностранный флот будет здесь, в гавани. Юрий Сергеевич, не хамским дивизионом, а русской эскадрой будете командовать. Решайте, с нами или против нас. Прочтите. Ну что? Я презираю и ненавижу людей, которые втаптывают в грязь честь и достоинство русского офицера. России не продаю. Донесете? Я не донесу. Подайте рапорт сами. Донесешь, сволочь. Нюх собачий у коммуниста должен быть. А я, Юрий Сергеевич, такой человек. Спаялся с кем? Не распаяешь. Ну что, не видно? Ничего не видать. Забегали на форту. Видно, готовится на нас. К бою! К бою! Товарищ комиссар, патронов нема. Примкнуть штыки. Есть. Нема. Стреляют-то в море. Передать на форт. Предлагаю изменникам сдаться. Корабли!
Наши пришли! Ура! По изменникам Родины огонь! А ну, как зимние брали, матросы, за революцию, вперед! Есть огонь по правому флангу, там их комиссар! По правому флангу, по комиссару, огонь! Идет. Кто? Понятно я, кому же еще? Пароль. Чего это? Пароль, говорю. Курок. Мушка. Чего? Ну, значит, якорь. Какой якорь? Ну-ка, пропуск давай живо. Пропуск, пожалуйста. Пропуск. Давай, давай. Пропуска нет. Ну, нет пропуска. Вася, друг, пойми, это же я, Сорокин. Сорокин! Из того, из Гавриила. Это я давно знаю. Ну, ладно, хватит лясы точить. Давай в комендатуру. Вася, меня в комендатуру? Ну, пес с вами, пожалуйста. Стой. Стой, кто идет? Пароль. Торпеда. Правильно, правильно, торпеда. Сейчас только вспомню. Братки, ведь какой крендель получается? Дня катер ждет. Продукты везу. Мне братки наказали, ну вот в этом доме, ну рукой подать. Там наш комиссар от ран отлечивается. Ну, а мне братки наказали, чтобы я ему гостиницу привез. Сало. А что, Тимофей Иванович, что ли? Ну, да. А-а-а. Ну, давай. Вася, пароль, я и богу не знал. Ну, давай, давай. Какой черт по ночам шляется? А, это ты, дружище? Здорово. Вот. Чего это? Сало. Ну, спасибо. Братки передали, пускай, говорит, отправляется.
Ну, как у вас на корабле-то? А у нас все хорошо, товарищ комиссар. Орлы у нас, они, ребята, третий день дозори стоят без сна. А братки наказали, передай, говорит, сал, товарищ комиссар, пускай отправляется, к нам не является. Без него, говорит, обойдемся. Без меня? Молодцы. Нет, без вас, конечно, не того. Прямо надо сказать. Ну ладно, ладно, давай. А в общем, отправляйтесь. А за нас не волнуйтесь. У нас все так спокойно, так спокойно. Чайки летают, пайки выдают. Ну, живо на корабль! Где катер? Где катер? Тимофей. Тимофей Иванович, что это? Торпедные катера! Эх, не видит на Гаврииле-то, не туда смотрят. Гляди, 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 заходят слева. Эх, раздолбают корабли. Ты что ж, чертов сын, раньше не мог прийти? Я же вам продукты не... Какие продукты? Какие? Сало. Сало. Уже зло. Бери на прицел, чтоб без промаха. Ну, без промаха. Из пушки-то им не попасть. Ну да, говори еще, Алешка и в блоху попадет. Алёшка, родной, на прицел их, на прицел! Еще, еще, Алёшка, еще! А ну-ка, доконай! Без промаха. А ты говорил не попасть. Кто говорил? Ты. Я никогда. Катер наш. О, все продукты промочили. Пропадешь тут с вами. Да погодите, дайте им советской водички-то похлебать. Ай-яй-яй, скажите, пожалуйста, какая беспокойная жизнь, а? Эх ты, так до сих пор ни хрена и не понимаешь. Карла Маркса читать нужно. А ты-то его читал? Я всю французскую революцию наизусть знаю. Жив, Колесов? Жив, товарищ комиссар. Тимофей Иванович, ведь у меня вся семья такая нечеловеческая. Ну, молодец. Вся семья? Вся. Ну, тогда понятно. Пролетарии? Пролетарианс. We don't talk with Bolsheviks. Видали, видали? Прощение просит, парле франсье. Что их благородие говорит? С большевиками не разговаривает. Будете разговаривать. И с большим уважением. I beg you to shoot us at once. Он просит поторопиться с расстрелом. Позвольте вопрос о пленных разрешить мне. Пожалуйста. Ну как, все в порядке здесь? Да. Товарищ комиссар, что ж такое? Недельный паёк англичанам под хвост. Тихо, тихо. Ты, я вижу, в вопросах международной политики слабовато разбираешься. Нет, товарищ. Ну да, я понимаю. Так вот, значит, Микину будем жевать, а флотскую амбицию держать крепко. Верно. Топай. Да, в таких случаях, говорят, ихний марш полагается играть. Да, полагается. Ну а кто сыграет? Ну я, понятно. Английский? Английский. Ну есть. Идут. I don't understand. They seem glad to see us. It's all European. Комендор Томас Грей. Юрий Сергеевич, передайте их благородию, что очень приятно было познакомиться. They are very, very glad to see you. Please. Чего-чего? Чего это ты просил передать их комендору, а? Да ничего особенного. А что, дескать, сначала мордой об стол, так. А теперь, пожалуйста, к нам за стол. Здорово. Тихо, тихо, тихо. Ну, садитесь все.
Ничего, ничего, ничего. Отставить. Гимн отставить. Ну, спасибо. Здоров ты лордом гимны играть. Please, Russian vodka. Thank you. My grandfather, Lord Grey, once wanted to conquer Kronstadt. But I'm sorry to say, he did not. Чего-чего? Они говорят... Он рассказывает, что его дед, лорд Грей, когда-то тоже хотел взять Кронштадт, но, сожалеет, не удалось. И внуку не пришлось. Ну, а правнукам подавно не придет. Так, значит, просим передать. Не зная броду, не суйся в Балтийскую воду. Вот. Красные балтийские моряки! Враг подползает к нашему родному революционному городу. Ну что ж, давай! Крепок орешек, зубы сломишь! А питерские рабочие просили меня передать вам их наказ. Мы от Юденича на суше отобьемся. Это факт. Факт. Но с моря, чтоб Антанте ходу не дать, это уж вы постарайтесь. Топливо ребят привезли. Последнее. Все вам. Так что вы уж уважьте. Не дадим интервентам пройти к Петрограду. Да здравствует Красный Балтийский флот! Войдите. Ваше распоряжение штаба флота. План минного поля при вас? Да. Мины будем ставить ночью. Путь на Петроград закрыть любой ценой. Ты, папка, приврал. На корабль возьму, на корабль тоже трепать. Отсюда такие слова. Ничего, ничего, ничего. Зато в следующий раз возьму обязательно. Ну, будь здоров. После похода объявишься дома-то? Попасть бы на берег, а дом найду обязательно. В случае чего, пиши. Непременно, Глашенька. Небось, опять только и напишешь. Здравствуй, Глаша, дорогая. Эх, жизнь наша балтийская. Коля! Моряка за то!
Товарищ командир, Константин закончил постановку мин. Хорошо. Так, значит, Азарт и Константин закончили постановку мин. Теперь очередь за Свободой и Гавриилом. Товарищ командир, Свобода закончила постановку мин. Хорошо. Ну, Юрий Сергеевич, вот и покрыли мы весь Финский залив минами. Попробуй-ка, владычица морей, сунься. Да уж теперь. Товарищ командир, Гавриил закончил постановку мин. Хорошо. Операция выполнена точно. Теперь все. Все. Передать по линии на корабли. Курс Норд. Есть, передать по линии на корабли. Курс Норд. Юрий Сергеевич, полный назад! В чем дело, говорите? Не медлите ни секунды, мы погибаем. В чем дело, говорите же, ну! Немедленно полный назад! Мы ступаем в полосу, ну, минированную англичанами. Стоп, машина! Полный назад! Сигнальте эсминцам, впереди неприятельские мины. Знал! Знал все, негодяй! В чем дело, Юрий Сергеевич? Нас предали. Изменник. Так, теперь понятно. Ну, все, что знаешь, выкладывай. Что знаешь, как на исповеди. Спасете. Говори. Сегодня на рассвете на побережье у деревни Дубки высадится десант. Прикрывают два эсминца. Все? Все. Нет, не все. Говори! Еще что знаешь? Главный удар у мыса Ирглица. Вот здесь все подробности. Спасете! Поздно! Мина! Всем наверх! Приготовить к спасению команду! Раненых в шлюпки! Шлюпку вперед, Сергеич! Получены важные сведения. Необходимо передать на другие корабли. Сигнальщик! Сигнальщик! Дай-ка фонарь! Во! Хорош! Ну, Коля, сам скорее на мачту. Будешь сигналить, корабля мое сообщение. Иди! Есть! Колька, сукин ты сын. Передай в штаб. Лично приказываю. Передай мамке. Иди. Сегодня на рассвете
у деревни Дубки высадится десант. Идем ко дну. Товарищ командир, товарищ комиссар, скорее, в шлюпку. Не мешай, мешай. Сегодня на рассвете у деревни Дубки высадится десант. Прикрывают два эсминца. У деревни Вахромеевки высадится десант. Комиссар, давай! Папа! 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 У деревни Вахромеевки! Товарищ комиссар, последнюю шлюпку одной с волной. Торопись, комиссар! Шлюпка не должна погибнуть. В ней важное донесение в штаб. Высадится десант под прикрытием сторожевых кораблей! Отдать Фалине. Товарищ командир. Отдать Фалине. Есть. Приближаться Гавриилу запрещаю. Напоритесь на мины. Нами все средства спасения исчерпаны. Прощайте. Сигнал принят. Ура! Герой! Ну так, товарищ комиссар, уже у меня вся семья такая... Товарищи, передайте! Долг перед революцией выполнен! Путь на Петроград закрыт! Есть, комиссар! Все передадим! Папа! 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 Товарищ комиссар, круг последний для вас. Товарищ командир, вам. Ну что ж, Сорокин, ты самый молодой. Иди. Тимофей Иванович. Иди, иди. Приказываю. Скорее. Хорошо жить будешь. Товарищи, да здравствует Родина! Ура! Ура! Да здравствует коммунизм! Ура! Давай проклятием закрепленный весь мир голодных и рабов, и пит наш разум возмущен. По вражескому десанту. Огонь! Память погибших красных балтийских моряков.